Всем приветик, доброе утречко. Папа, не выспался. Угу. Нормально. Смотрите, что там творится. Дети опять спали на диване. Каролина, завтракать будем? А кто вчера приносил? Я видела, что ты приносила. Нет. Да. Нет. Я видела, что ты приносила. А Макс тоже тут спал. Ну, вместе Макс тоже сейчас унесет. Принесут, а потом никто не хочет убирать. У меня здесь авокадо, сыр Филадельфия, яйца. Еще что-то надо сюда. Помидорки. Что у меня здесь есть? Есть помидорки. Огурчик порезать можно. Did you ever stop and think why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing. And так, какие планы на сегодня? Что тут это, косточки? А тебе не нравятся косточки? На 4 косочки в одном были. Ну выплюнь. Ладно, в общем, сегодня мы пойдем погуляем куда-нибудь с Маргаритой. Сначала мы съездим в магазин за продуктами, потому что завтра приедет бабушка с дедушкой и к нам на обед. Упал? Муха. Приедут к нам на обед. Или на ужин. Нет, скорее всего, на ужин. Будем гриль. Рики-рики. Поехали мы в магазин. Сегодня нам нужно помыть во дворе окна, жалюзи. Okay. Сегодня у нас субботник будет, будем мыть. Хочешь в Цюрих, может, поехать? Да. Можно в Цюрих съездить, там погулять. Сегодня жарко будет, лучше вечером. Позже. Часов так в 5-6. Все, поехали. Так, взяли, как всегда, мороженое наше любимое. Кокосовое и карамелька с орешками. Жара на улице. Мы сегодня пробовали вот такой вот фрукт. Я не знаю, как он называется. Маргарите не понравилось. Там очень много косточек. Но он такой. Не сказала бы, что он прям не сладкий такой фрукт, но прикольный. Не понравилось? Усы. Взяли один арбузик. Каролина очень хотела. Тут килограмм 5-6, по-моему. Где-то так. Вот такая арбуз хотела. Да. Больших уже нет. Прям огромных. Я огромных хочу это маленьких. Все кушать. Мне нужно снять белье. Вчера развесила вечером. Оно не успело высохнуть. Сегодня как раз на солнышке. Все высохло. И вот сегодня мы хотим помыть жалюзи вот эти все. Здесь тоже, потому что все уже с прошлого года я еще не мыла. Очень пыльные и грязные. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it some. Так, убираем отсюда наш батут. Не, мами. Тут много очень очень много завелось паучков. Там прям один паук черный большой очень. Спрятался. Видишь, какой? Мира. Еще он не ядовитый. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche.
все, закончили мытье окон. Не надо, нет, руками зачем? Сейчас опять будут пятна, Макс, ты что? Пятна будут сейчас. Только не дотягивается шланг до спален, до комнат, придется мыть вручную. Иди сюда. Туда далековато, далеко сегодня шланг не доходит. Мама. Нужно уже кушать, готовить. Маргарита пошла к подружке купаться на пару часиков. Я тоже хочу сейчас купаться. Сейчас 5 часов, наверное, где-то часов в 7 она придет, и мы пойдем погуляем. И тогда где солнышко? Жарим. Ой, что-то поджарилось уже. Мам, я не знаю, почему он не упадет. У тебя крутое кресло. Ты сейчас взлетишь. Так, ладно, все, приятного аппетита нам. Это острое. Приятного. Спасибо. Кетчуп не принесли? Нету. Нету? Я купила. Я купила кетчуп. Сразу пошла. Кстати, арбузик порезали. Очень вкусный, сладкий. Тут уже кто-то поковырял. Не люблю, когда так ложкой ковыряют. И потом вот это вот доедаешь за ними. Внутри я только недавно мыла, и вот снаружи теперь вот хорошо. Все блестит чистенько. Пошли. Пойдем погуляем. Время уже. Сколько время? 8:30. Мы приехали. Только нам теперь нужно найти, где припарковаться. Мы немножко заблудились. Пришлось включать навигатор. Круги даем туда-сюда. Теперь прямо. А Киев прямо упирается. Парковочные места все заняты. Какой сложный город. Или это мы сложные, или я не знаю. Мы не можем доехать никак до нужного места. Круги даем. Все, тут на светофоре направо поворачиваем. И здесь это много мест парковочных. Наконец-то доехали. Сколько их много. И уточки тоже. Пойдем посмотрим, где можно купить мороженое. Пойдем обратно возвращаться. Мы чуть далеко так ушли. Мы далеко ушли? Ну, нормально. Минут, наверное, 15 будем идти сейчас. Самокат, электросамокат. Маргарита боится. Попробуем? Нет. А что, потихонечку? Потихонечку поедем. А потом его можно где хочешь оставить, да? Нет, есть зоны, где можно оставить. Прогулялись мы немножко. В общем, мы не поехали на этих самокатах. Что-то там долго это все регистрироваться нужно. Время уже без 10:11. Приложение скачать. Там, в общем, тут, долгая история. И все равно долго не покатаешься, далеко не уедешь, темно, народу много, поэтому мы решили, что мы домой поедем уже. Видимо, пятница, суббота, очень много молодежи, на работу никому не нужно, поэтому все выходят в центр. Очень много народу просто. Даже присесть негде, даже на скамеечку невозможно сесть. А если где-то и сядешь, то там так грязно, бутылки везде, стаканчики, ужасно, конечно. У подружки, говорю, накупалась? Нет. Холодно было. Я сразу вышла, она там плескалась. Уже все, холодно. Никогда будут бассейн убирать. В общем, вода была холодная, но... И нагрелась, потому что ночью холодно. Они вообще-то хотели вчера уже воду выливать. Уже ночью холодно, она за ночь охлаждается. Потом, конечно, за целый день не успевает согреться. Маргарита присвоила себе мою обувь. Видите, ходит уже. В школу ходит. Привет! Я же говорила, что... Это такой пьяный, не какие-то. Не спите еще, что ли? И Бонни встречает тоже обязательно.
приболел. Температура у него была 39. Сейчас посмотрю. Должна немножко упасть. Нормально все было. Сегодня что-то до этого нормально было. Немножко подкашливал. Сегодня температура. Ну все. 37,6. Слава богу, упал. Так, начинаю я свой урок. Продолжать дальше урок итальянского. Мне посоветовали найти в Ютубе канал, который называется вот, телеканал «Культура». В первом уроке училась спрягать слова. Вот здесь вот я писала, глаголы спрягала. Ну что, позанималась я часик. В принципе, вполне этого хватает. Каждый день по одному часу занятий. Вот, и проспрягала глаголы. В прошедшем в отрицательной форме, в прошедшей отрицательной форме. В общем, и на сегодня, думаю, хватит. Следующий урок буду проходить завтра. Вот, поэтому, если кто-то изучает какой-то язык, то, в принципе, вот эти вот видео, полиглот, канал, телеканал «Культура», в принципе, очень хорошо объясняет, пока все понятно. Там очень много разных языков, поэтому попробуйте. Ну что, буду на этом я сегодня заканчивать. Пойду еще раз измерю температуру Максу. Всем пока, спокойной ночи и увидимся в следующем влоге.